По сравнению с первой частью, Fable 2 немножко упростили и сделали ее более доступной для большей аудитории. Но от этого игра не пострадала. Разработчики очень правильно смогли замаскировать эти упрощения. Игра стала проще и в то же время намного больше. В третьей части, к сожалению, маскировка была не совсем удачной. Игру Молинье упростил еще больше, что довольно странно для него, ведь он всегда мечтал создать самую обширную RPG. Игра стала настолько простой, что буквально каждый человек без особой подготовки игры в RPG мог запросто сесть за игру. Возможно, Молинье почувствовал запах денег и просто решил схалтурить. Вряд ли на него это не похоже. Сам Питер говорит, что и половину тех возможностей, которые они вложили в Fable 2, игроки не использовали. И он подумал, зачем лишний раз напрягаться зря. В итоге Fable 3 мало стала похожа на RPG, но все же осталась яркой и красивой сказкой. Но с другой стороны, Питер отступил от своей главной цели, ведь он уверял, что в первую очередь делает игру для себя. Для того, чтобы игра выглядела более просто и кинематографично, дизайнеры очень хорошо почистили экран игрока, а конкретнее убрали все лишние индикаторы, которые зачастую только мешались. У нового игрока глаза не разбегались в разные стороны, это плюс. Но вот для олдфагов это минус, несомненно, хотя, возможно, не для всех. Ребята также решили избавиться от длинных списков со всякими атрибутами. Теперь все это находится в неком убежище. У убежища есть верный смотритель Джаспер. Он не отвернулся от главного персонажа после всех событий начала игры. Наше убежище многофункциональное. Тут есть гардеробная, которая по сути является складом всевозможных костюмов на все случаи жизни. Также присутствует оружейная, в которой, конечно, лежит разное вооружение, которого, к сожалению, довольно мало. Никуда не делась и комната трофеев, в которой можно посмотреть некоторые из ваших трофеев, а также посмотреть, насколько много золота вы накопили в ходе своих приключений. Присутствует телепортатор, который может перенести вас на уникальный, конечно, в кавычках, путь героя, о котором я поведаю несколько позже. В тайном убежище также находится карта. Думаю, не стоит говорить, что она из себя представляет. Многим такое решение с убежищем пришлось по душе, но опять же нашлись и недовольные. К какому лагерю вы себя отнесете, решать вам. Давайте, пока мы не отошли далеко от темы, аккуратненько вернемся на путь героя. Путь героя – это уникальная для игры система прокачки персонажа. Представляет она из себя узенькую тропу, усыпанную всевозможными сундуками, открывая которые, герой получает всяческие способности. Тут есть и бонусы к боевым скиллам, к бонусы к магическим, также имеются бонусы к диалогам и прочим второстепенным способностям. За прохождение игры и убийство врагов мы получаем баллы, которые и будут служить ключами к этим сундукам. Каждый отдельно взятый сундук требует определенное количество баллов. Помимо способностей, игрок может прокачать непосредственно свое вооружение. Прокачка выглядит довольно глупо, и бонусы порой совсем смешные. Например, нам нужно побить огромным молотом несколько сотен человек. И тогда этот молот будет наносить на 10% больше урона определенному классу врага. Порой бонусы бывают совсем печальными. Но оружие еще и становится краше на глазах у игрока. Этот бонус подойдет любителям красивого обмундирования. Да и в целом Молинье всегда умел создавать поистине красивую и стильную сказку. И здесь это чувствуется как никогда раньше. Хотя локации и бывают местами унылыми и пустыми. В игре немного упростили систему диалогов. Выглядят они страшненько. И бывает, персонаж совершает совсем уж нелепые действия. Но от этого не менее веселые. В этом есть своя изюминка. В игре присутствуют три варианта разговора. Злой, добрый и веселый. Конечно же, это не Dragon Age, но ведь не за диалогами мы сюда пришли, а лишь для того, чтобы погрузиться в прекрасную сказку. Но диалоги в любом случае не повредили бы, лишь приумножили бы атмосферу. Но есть тут и один бонус, который выделяет игру на фоне других RPG. Это право выбора. И здесь от вашего выбора зависит очень многое, ведь мир будет разительно меняться в зависимости от вашего решения.
В игре, как и раньше, можно было найти уйму интересных квестов, которые хотелось проходить вновь и вновь. Каждый квест представлял из себя маленькую историю, и задания редко сводились к тупому «иди убей 10 гоблинов». Как вам, например, квест, в котором главному герою доставалась роль игральной фишки в настольной игре? Без сомнения, все, кто играл в игру, помнят этот шикарный квест. Подобных заданий тут хватает. А теперь давайте наконец-таки перейдем к сюжету, который здесь, несомненно, подрос, словно главный герой из предыдущих частей. Здесь нас будут кормить скандалами, интригами, государственными переворотами и даже опасностью тотального порабощения мира великой темной силой. Буквально сразу нас бросают в гущу событий. Вы – младший брат или сестра печально известного тирана Логана, который превратил королевство в нечто ужасное и дымящееся. Люди голодают, в мире царит индустриализация, в связи с чем рабочей силы не хватает, что довольно противоречиво. На заводах люди работают круглые сутки, эксплуатируют даже детей. Государство находится на грани переворота. Наш герой не совсем доволен происходящим, в связи с чем он покидает родовое жилище вместе со своим верным бородатым помощником Джаспером. После этого герой ступает на кривую дорогу, которая должна привести его к свержению брата с трона. Нам придется заручиться поддержкой многих сторон, чтобы мы смогли удачно покарать тирана. Но люди не хотят просто так следовать за героем. Он дает обещание, которое он будет вправе как сдержать, так и нет. В ходе наших приключений оказывается, что брат героя Логан вовсе не тиран. Его действия вполне обоснованы, ведь над Альбионом нависла угроза, которая может поработить весь мир. А Логан так трепетно копил припасы и армию для борьбы с тьмой. Внезапно, не так ли? Когда наш герой наконец-то становится правителем, он должен сделать выбор. Или сдержать обещание и сделать жителей счастливыми, пусть и ненадолго, или же все-таки скопить достаточно большую армию для победы над врагом. В этот раз Fable получился слегка упрощенным и приумноженным, а начинкой послужил хороший крепкий сюжет, который мы не могли раньше наблюдать в серии. В любом случае, мы смогли увидеть хороший продукт, пусть местами и не нравившийся игрокам. С вами был Perpetuum Mobile, комментируйте, оценивайте, подписывайтесь и до новых встреч!